До конца недели симферопольские коммунальщики должны полностью осветить несколько улиц. Среди них Опытная и Ялтинская, которые около 30 лет не знали городских фонарей. Ходить там по вечерам можно было только на свой страх и риск, причем из-за серьезного шанса споткнуться на ухабах. Теперь здесь будет светло и безопасно. На этих улицах было мало вкрутить новые лампочки, пришлось перекладывать линию электропередач, чтобы обеспечить работу фонарей. Только на Ялтинской проложили около 2 километров кабеля. Еще 650 метров установят на улице Опытная до конца недели. На Тополевой освещение уже налажено. Данная улица восстанавливается полностью. С 90-х годов наружное освещение здесь было разграблено, и люди, собственно говоря, более 20 лет не ощущали благ, да, то есть освещение вечернее время суток. Кроме основных работ по установке фонарей и прокладке магистральных кабелей, необходимо производить и дополнительные, вроде демонтажа аварийных деревьев. Также, где необходимо, сотрудники МБУ «Город» занимаются ремонтом светильников. Никита Егоров, служба новостей ИТВ.